В завершении выпуска о спорте. Завтрашнего дня на стадионе Туймаада в Якутске стартует чемпионат республики по стрельбе из лука. Все лидеры выйдут на огневой рубеж, в том числе Надежда Якутии, молодая лучница Розалина Тимофеева. Как спортсмен готовится к домашнему старту и какие у нее планы на будущее, узнавала Нюргуяна Егорова. Вот так. У тебя вот такое движение. Левая рука должна стоять, правая только. Нормально. Розалину в стрельбу из лука привел дедушка Анатолий Николаевич. До прихода в стрельбу она занималась легкой атлетикой и настольным теннисом, поэтому стрелять особого желания не было. Но тренер своей внучки разглядел талант лучника и начал тренировать в домашних условиях. Я в Ильинске работал и сделал дома маленький щит, лук нашел. И пострелять попробовали. Ну, у нее выпуск идеальный был. С природы была выпуск. Такие ребята высокое достижение достигают. С первых же соревнований пришли и первые победы. Бронзовая медаль 5-х игр Детей Азии стала трамплином в большой спорт. В 2014 году выиграла золото первенства Европы. И с тех пор Розалина со всех официальных стартов возвращается с медалями. После травмы плеча в этом году практически выпала из строя, прошла восстановительные процедуры и готова выложиться на все 100. Ведь в скором времени в Калининграде пройдет первенство страны, где на кону будет разыгрываться путевка на первенство мира. Болело плечо, мешало очень стрельбе и было очень грустно. Я вообще даже не хотела дальше стрелять, хотела отдохнуть, но благодаря моему упорству я не переставала стрелять, надеялась, что это пройдет, и после восстановления у меня сейчас все нормально. Ну, как у многих спортсменов, мечта – это олимпийский пьедестал. Хочу стать олимпийской чемпионкой. Спортсмены готовятся к очередному чемпионату республики, который стартует завтра на стадионе Туймаада. На огневую линию выйдут все лидеры, в том числе еще одна представительница семьи Тимофеевых – Евгения. В марте, завоевав серебряную медаль чемпионата Европы, выполнила норматив мастера спорта международного класса. Я, Кристина и Роза, призовые места, второе, первое, третье места, вот так занимаем постоянно на России. В личке, ну вот тоже иногда вот, ну, бывало так, что я занимала места тоже. Ну, потом меня вот сразу взяли в сборную России в этом году. После чемпионата республики по стрельбе из лука спортсмены выступят на международном турнире «Бриллиантовые стрелы Якутии». Далее предстоит самый ответственный старт – чемпионат и первенство России. Нюргуяна Егорова, Илья Жараев, Евгений Рязанский, НВК СХ, Якутск.